Прекратить! Немедленно! Фух. Здесь не дерутся, понял? Пусть это будет золото, я возьму себе. Конечно, почему нет? Что случилось, пираты? Эти проклятые ублюдки смылись с нашим сокровищем. Судя по всему, так оно и есть. Боюсь, что нам придется заняться этим позже. У нас вообще-то проблема. Какая проблема? Поговори с деревенским старостой. Если бы это было так просто. Я поговорил с деревенским старостой. Что ты предлагаешь? Сперва нам нужно узнать, что же натворили орки. А один из нас должен найти, где прячется Ксардос. Заклинатель демонов принял в себя власть Белиара, и он повелитель орков. Будет очень хорошо, если ты позаботишься о Ксардосе. Лучше бы ты не встревал. И где мы теперь возьмем новое снаряжение? Ты же знаешь, как обстоит дело. Собери все, что найдешь, и никому не позволяй отбирать у тебя это. И так как орки теперь правят Миртаной, мы получим у них хорошее снаряжение. Nimmst dir das, was anderen gehört. Что ты будешь теперь делать? Ты меня знаешь. Я буду там, где есть что взять. Миртана теперь принадлежит оркам, а подлизываться к ним не для меня. Я пойду на юг. Готов поспорить, что на просторах пустыни есть чем заняться. Ты можешь пойти с Горном. Dann fange ich gleich damit an. Gib mir deine alte Rüstung. Moment, so meinte ich das nicht. Weiß ich doch. Was willst du mit dem alten Ding? Sieh mich an. Es war aber auch... Und das, obwohl ich dir... Ja, aber wenn ich so... ja, ja, gut. Dass die dir kaum noch Schutz bietet, muss ich dir ja nicht sagen. So abgenutzt, wie sie ist. Hauptsache, mir fällt beim Kämpfen... Meinst du, der Anblick... Nein, vor Furcht davonlaufen lassen. Der K... Сперва передохну. Что ты теперь будешь делать? Отправлюсь на поиски повстанцев. Уверен, часть из них еще живы. Покажи, где прячутся повстанцы. Это недалеко отсюда. Иди за мной. Ты сам этого зах... Ты еще одним монстром стало меньше.
Видишь, вот они. Как я и говорил. Я только надеюсь, что орки никогда не найдут это убежище. На какое-то время я останусь здесь. А потом отправлюсь дальше. Держись, не сдавайся. Еще увидимся. Лучше бы ты не встревал. Лучше разберись с этим сам. Ты это серьезно? Ты не выглядишь как дровосек. Я думаю, твое место скорее среди воинов в пещере, внизу. Послушал бы ты моего совета. Если он будет так... Как идут дела? Не так хорошо, как хотелось бы. Дикие кабаны не дают нам работать. Я уже сказал об этом воинам, но у них в голове только война с орками. Если эти твари не исчезнут... Если бы это было так просто... Что ты мне дашь, если я убью кабанов, которые мешают вам работать? Я простой рабочий. Но если ты окажешь нам такую... Я разделаюсь с этими кабанами. Где они? Тебе нужно подняться по лестнице. Понятно. Лучше бы ты уладил это сам. Если он будет так продолжать, никогда... Когда бродишь по здешним лесам, орков повсюду... Расскажи мне об этих местах. Это самый крупный лагерь повстанцев здесь, на побережье. И здесь скрываются многие из тех... Надеюсь, ты не орочий разведчик? Ясно. Может быть, тебе и все равно. Можно орки помочь. Ничего не знают об этом лагере. Если бы орки знали, если бы все было так просто. Расскажи мне о вас, повстанцах. Мы единственные. Самая большая наша проблема. Прошлой ночью они подходили очень близко к лагерю. А где сейчас эти патрули? Один постоянно перемещающийся патруль орков сейчас находится между нами и Ордеей. Второй обосновался на ферме, что по пути к Кабдуну. Если мы не разберемся с патрулями, рано или поздно они обнаружат Редок. А что с теми людьми, которые работают на орков? Большинство из них — рабы. Им можно свободно передвигаться среди орков. Надеюсь, ты не якшаешься с ними? Почему я должен избегать орочьих наемников? Люди, которые заодно с нашим врагом — наши враги. Путь наемника орков прост. Это путь не свободы. Ich bin neu hier. Schön für dich. Dann kannst du doch sicher... Du behauptest ein Freund zu... Genau. Нанесу-ка я визит орочьему патрулю на ферме. Будь осторожен. Я позабочусь о бродячем патруле орков. Ладно, давай. Wie kann ich dir... Indem du dich erst... Ich habe seit einigen Wochen... Wenn du ein Reisender bist, komm... Mich hält es nie lange an. Nun, das ist dein... Wenn sie noch leben... Wie... Was soll ich ihnen... Nun... Verstehe. Это серьезно? Wie heißt der Freund? Ich denke, es wird Masson, weil er... Ich hatte gehört, dass... Weißt du sonst... Ja, er hat vor einiger Zeit... Irgendwie... Kühe? Hey, er kann nichts. Ist ja schon gut. Finde ich in... Ja, wir haben seit dem... Faring? Ich habe so lange... In Ordnung. Wie ist der... Der Dritte und... Alle... Я пришел из Ордеи. Мы выгнали орков из поселения. Поговори с Хавьером. Он уже обо всем знает. Хавьер внизу, в пещере. Покажи. Из этого ничего не выйдет. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Лучше бы ты не встревал. Послушал бы моего совета. Если бы все было так просто. Ты парень, что надо. Ты парень, что надо. Ты же серьезно. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Если бы все было так просто. Лучше бы ты сам с этим разобрался. Может быть, тебе и все равно? Возможно, все. Если он будет так продолжать, никогда из этого ничего не выйдет.
Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Если лучше бы ты не встревал. Из этого никогда ничего не выйдет. Лучше бы ты уладил это сам. Возможно, все. Только заканчивай с этим. Ты это серьезно? Может быть, тебе и все равно? Да знаю я, знаю. Может, тебе и все равно. Послушал бы моего совета. Заканчивай с этим. Хуже уже не будет. Если он будет так продолжать, никогда из этого ничего не выйдет. Лучше бы ты сам с этим разобрался. Ты это серьезно? Возможно, все. Лучше бы ты не встревал. Я всегда подозревал проблемы, и у меня тоже. Ему-то это лучше бы ты сам с этим разобрался. Это приведет к катастрофе. Вот об этом все и сплетничают. Возможно. Но это ужасно. С этим разобрался. Все возможно. Это приведет к катастрофе. Убери руки. А! 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 Ну, хватит! В следующий раз я тебя прикончу. О, моя голова. Что? Ах, это, я немного пугливый. Мне очень жаль. Что я могу для тебя сделать? Кто ты? Меня зовут Себастьян. У тебя одежда, как у магов огня. До войны я был. Пришел день. Мантия, это все. Почему вы потеряли свою магию? Я провел здесь... Я только знаю, многие маги огня были убиты. Что ты теперь будешь делать? Я останусь в Редаке. Буду изучать труды нашей легенды. Она была абсолютно освобождена от таких средств, как наши руны, из которых мы получаем магию. Расскажи мне побольше о магии древнего народа. Точно. Един все Расскажи мне что-нибудь об алхимии. Это я... Расскажи мне поподробнее об артефактах древнего народа. Орки, кажется, Научи меня алхимии. Я сделаю это с удовольствием, если принесу. Я принесу. Эти травы. Здесь 10 целебных растений. Замечательно. Теперь я могу раз... Что особенного в этих кубках огня? Огненные кубки, говорят, они обладают. Если вдруг найдешь кубок, они смогут рассказать. Покажи мне... Ты в порядке? Это приведет к катастрофе. Если было все так просто...
вот об этом все и сплетничают. Добро пожаловать. Может, тебе нужна пища? Марло продаст тебе все, что необходимо здесь, на побережье. Я всегда подозревала. Кто ты такой? Я Марло. Я лучший купец. Меня прежде всего...